Здравствуйте, я представляю портал dayoga.ru. Меня зовут Татьяна Голдман, и сегодня мы выполним практику для позвоночника и суставов. Это йога-терапия. Работаю в Федерации с 2006 года и готова вам представить очень интересную серию, которую мы будем выполнять у стены. На всякий случай мы приготовили ремешок, он нам поможет для растяжек. Далее коврик. Коврик удобный, комфортный, специальный, липкий, для того, чтобы нам было комфортно располагаться на этом коврике и выполнять упражнения, чтобы ноги не скользили. Итак, любая стена, которую вы можете использовать, даже в офисе, потому что эту практику вы можете выполнять также в офисе в свое свободное время в течение 15 минут. Мы встанем приблизительно метр от стены до пальцев ног и вытянем перед собой руки. Приблизительно боком это будет выглядеть так. Стопы вместе, пальчики ног вытягиваем, копчик толкаем вверх и аккуратно вытяжение ладонями вперед. Так, чтобы шея была свободна. Сейчас я вам это покажу. Стопы вместе, ладони перед собой на уровне плеча и на ширине плеча и отходим так далеко, чтобы нам было комфортно стоять и опустить грудную клетку, вытягивая пальцы ног. Сразу же вы испытаете напряжение в области шеи. Для этого нужно расслабить шейный отдел и покрутить головой. И сделать несколько движений плечами назад. Для того, чтобы раскрыть лучше плечи и вытянуть шею. В этом положении мы пребываем 7-8 дыханий, стараясь вытянуть пальцы ног. Еще немного отойдем назад и раскроемся в плечах. Как вы понимаете, после движения вот такого, подобно крыльям бабочки, плечевыми суставами, грудное отдел опустится ниже. Покрутим головой и расслабим шею. Далее приподнимемся и несколько дыханий отдохнем. Особое внимание, которое я хочу сделать, на ступни. Если вам неудобно стоять ступни вместе, вы можете немного развести пяточки в стороны, так, чтобы вам комфортно было выполнить это упражнение. Особое внимание, дыхание ровное, да, дышим через нос, лицо расслаблено и язык в небе за зубами. Во всей практике йога-терапии мы не выполняем задержек дыхания, стараемся дышать естественным образом, удлиняя немного вдох и выдох. Итак, от 5 до 8 дыханий у стенки для того, чтобы раскрыть плечи и немножко, немного ниже опустить грудной отдел. Следующее упражнение немного сложнее. Здесь придется уделить внимание поднятию пятки вверх.